Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Американский пирог» 1999 года. На вечеринке четверо старшеклассников Джим, Кевин, Финч и Оз выясняют, что никто из них еще не имел сексуального опыта с девушками. Приятели считают, что с коллективной девственностью надо обязательно расстаться до того, как они переступят порог колледжа. На носу школьный выпускной бал, и у друзей осталось совсем мало времени на то, чтобы выполнить задуманное. 21 и больше. Двое друзей подбивают третьего отметить его 21-й день рождения прямо накануне важного экзамена в медицинский колледж. Никто не знает, как одна кружка пива превращается в море выпивки, а вечеринка в бурное незабываемое приключение с музыкой и девчонками. И где же они окажутся утром? Суперпецы. Сквозь огонь и водку трое приятелей спешат на вечеринку года в честь прощания с девственностью. Как взять на абордаж красотку-одноклассницу, подорвать полицейскую машину и остаться в живых? Мальчишник в Вегасе. Они мечтали устроить незабываемый мальчишник в Вегасе, но теперь им действительно необходимо вспомнить, что именно происходило, чей ребенок сидит в шкафу шикарного номера отеля, как в ванную попал тигр, почему у одного из них нет зуба и самое главное, куда делся жених. То, что парни вытворяли на вечеринке, не идет ни в какое сравнение с тем, что им придется сделать на трезвую голову, когда они будут шаг за шагом восстанавливать события прошлой ночи. Каждый раз новая зацепка. История дельфина. Мтарка. Старшеклассница Тария приходится многое преодолеть, чтобы побороть застенчивость и заявить о себе во весь голос. На первый взгляд она настоящая серая мышка, но в домашней радиостудии скромница, которая панически боится выступления у доски, превращается в звезду эфира. Стоит закрыться в своей комнате и надеть наушники, и она уже не тихоня, а возмутительница спокойствия, бунтарка. Социальная сеть 2010 года. В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в интернете социальных сетей – Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллиардерами в США. Ночь с Бет Купер 2009 года. Главный ботаник и неудачник класса понимает, что терять ему уже нечего, поэтому он использует свою речь на церемонии вручения дипломов для того, чтобы публично признаться к любви к Бет Купер, королеве красоты и капитану черлидерш, после чего вместе с девушкой оказывается вовлечен в серию злоключений. Тюды втроем. Мария Хосе, студентка Академии изящных искусств, к своему удивлению замечает, что ее однокурсник Маркос увлеченно рисует ее портрет. Оставшись наедине, Мария Хосе и Маркос чувствуют влечение друг к другу. Но неожиданно в комнате появляется лучший друг Маркоса – Хайме. Так начинается любовная история трех юных художников. Эта романтическая связь ведет к удивительному переплетению чувств, страстей и желаний. Отличница легкого поведения. Главная героиня – девушка Олив, над которой насмехаются из запущенного слуха о потере ее невинности в школе с пуританскими нравами. Но она превращает этот слух в достоинство и сразу становится популярной, заметно пошатнув школьные устои. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!